20 тысяч тестов на наркотики бесплатно раздадут студенты-волонтеры в Москве за эти выходные. Индикаторные полоски легко позволяют определить, употребляет ли человек наркотические вещества 5 самых распространенных групп. Эту акцию назвали «Начни с себя». Организаторы предлагают каждому пройти такую проверку и показать, что он чист. Также можно узнать о здоровье своих друзей и родственников. К тесту прилагается листовка, где перечислены основные признаки человека, который употребляет наркотики. Эксперты говорят, что 2% населения употребляют наркотики. Это значит, вот если убрать детей совсем, да, там и стариков, то это огромная цифра получится для среднего населения. Это, конечно, ну, это плохо, это ужасно. А самое плохое, что об этом почему-то в нашем обществе не принято говорить. То есть об этом прямо не говорят, об этом не обсуждают, на это не обращают внимания, как будто такой проблемы нет. А проблема есть.